Еду я, значит, недавно в автобусе, и тут наблюдаю вот такую картину. Ой, король! Это король автобуса! Он разлегся, значит, юзает в телефоне, и все, как бы. Его больше ничего не интересует. Хочешь сзади сесть? Ну попробуй. Ну, попробуй-ка залезть. Я король, он говорит. Как хочу, так и еду. Вот так, лег и лежит. Все, я король. Как вообще люди себя так ведут? Каким местом они думают? Ну встань, посмотри, сзади люди. Люди хотят сесть, а ты сидишь, король. Развалился, кабан. Как ты себя ведешь вообще? Кто тебя воспитывал? Сидишь со своим телефоном.